Ну что, ребятки, вот и закончилась моя эпопея с арендой у такого замечательного Хавейла. Сдаю его сегодня. Вот такой вот красавчик. Вот. В целом, сама по себе машина классная, мне понравилась. Она мягкая, высокая вообще. На все вот эти вот поребрики, ну не поребрики, на эти, как это. Короче, куда угодно заезжать, парковаться. Очень здорово и очень удобно. Что касается заработка, конечно, я нифига не заработал, потому что я работал там по 3-4 часа в день максимум, и то не каждый день. Но скажу вам так, что даже если просто тупо катать К+, всю зеленку, всю вот этот вот туйпизм, как катал я, то за 3,5, максимум за 4 часа отбить машину можно. Ну а дальше, соответственно, смену вы катаете, все остальные деньги забираете себе. Вот. Вот машинка, вот, смотрите, такой огромный багажник вот у нее. Ну это да. Смотрите, вот багажник. Вместительный. Четенько. Вон запасочка такая вот есть красивая. Все хорошо. Кто хочет взять машину в аренду, можете обращаться. Сеймур. Молодец, красавчик. Все вопросы решал. Вот. По аренде сколько? 3300. 3300 по аренде. Вот. В принципе, конечно, наверное, можно и подешевле найти. Но можно найти подороже, между прочим. Поэтому в целом рекомендую. Все вопросы решали. Все хорошо. Так-то. Вот. Всем удачи, всем хорошего настроения, больших заработков. Контакт Сеймура оставлю в описании. Вот. И всем хорошего солнечного настроения. Всем пока.